Добрый день, зрители нашего канала и подписчики. Сегодня я хочу показать вам несколько сюжетов работы с оружием и одновременно здесь поговорим о юридических аспектах самозащиты. Когда люди работают с оружием, это всегда чревато столкновение с законом, который у нас в России очень жестко пресекает применение какого-то оружия. А оружием будет считаться все то, что вы применили. То есть, если вы взяли нож с кухни, он как бы не считается холодным оружием, но вы что-то им сделали, и в течение следствия это будет уже характеризовано как применение холодного оружия. Вот покажем и ошибки при работе с оружием. И еще хочу сказать, что я категорически против того, чтобы учить гражданское население работать с холодным оружием. Ножевые бои для гражданского населения не нужны. Они как бы вселяют ложную, на мой взгляд, уверенность в том, что вы победили. Но эта победа потом окажется пировой победой. Человеку нужно показывать, как защититься от ножа, а не как им убивать или как наносить какие-то порезы и так далее, и так далее, и так далее. Этим могут учить только специальные люди в спецподразделениях. Даже полиция не имеет права применять холодное оружие. А у нас везде и всюду ножевой бой, где чего, как ударить, как подрезать и все прочее. Вот вас прихватили, приставили нож, это угроза, это не применение ножа, и что-то от вас требуют. Свободной рукой вы начинаете искать, и пока он говорит, вы выбиваете. И уходите. Угрозы мне, как таковой, после выбивания уже нет. Но я показываю, как я человека бью ногами по спине, отбиваю ему внутренности, по ногам, еще может там куда-то попаду и так далее, и так далее. Вот все это уже превышение необходимой обороны. И я не буду уже считаться потерпевшим, а будет считаться потерпевшим он. Он может сказать, да я пошутил, вытащил нож, а меня тут вот искалечили, отбили мне там почки, сломали ребра, ребро прорвало легкое, прошлись по ногам и разорвали мне связки и так далее, и так далее, и так далее. При угрозе, когда идет диалог, деньги давай. Он что-то говорит, я начинаю искать, выбиваю, дальше я его отбросил и ухожу. Вот здесь я не превысил пределов необходимой обороны. Я убрал угрозу, которая была мне, и дальше, не нанося ему повреждений после этого, ушел с места событий. По юридическим правилам я бы еще вам рекомендовал, когда вы работаете с человеком, который что-то там применяет, да, вы отбрасываете нож так, чтобы он его не нашел какое-то время. Или бы ему нужно было за ним бежать, приседать и так далее. А вы спуртуете, то есть 10-15 метров очень быстро отсюда уходите. И на всякий случай вы заявляете в полицию, так как нападение было на вас. И смотрите, я не хотел ему наносить, а ударил его, чтобы свалить в грудь коленом, и сломал ему там ребро. А я в это время убежал. После этого он пойдет в полицию и заявит, что на него напали, сломали ему ребро и так далее. Если нигде не было камер, и даже если они были, но вы ударили последний, сломали, нанесли ему какое-то повреждение, вы будете привлечены. Но еще напоминаю, что самозащита начинается после
того, как вы что-то применили. Дальше нужно юридически все правильно делать. Вы должны иметь своего адвоката, который будет вам советовать. Если вас потом будут вызывать полицию, ходить с адвокатом, который должен присутствовать, даже если вы будете вызваны в качестве свидетеля, потому что вас очень быстро могут переквалифицировать. Придете в качестве свидетеля, при разговоре и допросе вы окажетесь в качестве обвиняемого. И выйдете уже с кабинета следователя в камеру. Вот здесь должен присутствовать и юридически правильно ваши действия и слова объяснять юридически подготовленный человек. Наших зрителей и подписчиков канала я призываю приходить к нам на курсы, которые по ссылке внизу будут у нас под роликом, и учитесь вместе с нами, задавайте нам вопросы. Эти курсы будут пролонгированы, то есть будет продолжительное время, и мы будем разные сюжеты, разные защиты разбирать и показывать, как готовить свое тело, как готовить свою психику в том или ином чрезвычайном происшествии.